Доброе утро. Доброе утро. Смотрите, опять 25, опять 25. Голодные собаки, которые не едят, голодные. Только вот я встаю, смотрите. Какая голодная собака. Тебя никто не кормит, не поет. Тебе, наверное, как подписчики говорят, мясо надо давать, да? Чтобы ты умерла раньше времени, да, Асюш? Да? Или гречку может тебе натворить. Не кормит тебя, бедная. Ася под старость лет выучила команду. Ну, смотрите. Ась! Сидеть! 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 Смотрите. Сидеть, сидеть, сидеть! Какая молодец. Под старость лет. Так бы мы обучались под старость лет. Сидеть. 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 Доброе утро. Доброе. О, смотрите, какой туман. Блять, нормально вообще? А вот так все будет туман. А у меня вот там где-то квартира. И чё? Я ничего не буду видеть, что ли, если я там буду жить? Открываем. Закрываем, блядь. Закрываем. Очень холодно. Очень. Девочки, вчерашние перцы. Перцы вчерашние я вам прям рекомендую. Почему? Потому что я их уже попробовал вчера. Сейчас я вам... какой аромат. Открыл холодильник, такой аромат. Кстати, знаете, что я сделал с шапочками, которые я не использовал? Я их порезал, убрал в пакетик, приготовлю из них что-нибудь. Что пока не решил, я все придумал. А, девочки, смотрите, когда вы будете разогревать, либо за 10 минут до конца готовности перцев, либо уже отдельно каждому, там, вот, например, как я, да, чтобы... Я себе только разогреваю. Смотрите. Я беру перец. Этот соус такой вкусный. Просто нереально. Просто нереально. Можете этот перчиком смазать. Не можете, а смазывайте. Короче, разрезаю пополам. Аккуратно, чтобы все не выпало. Сейчас будем пробовать с вами. Я тут вчера попробовал, мне понравился очень. Кстати, одна подписчица написала очень умную мысль по поводу того, что... Так, смотрите, разрезаю. Смазываю соусом. Смотрите, как плотно лег. Как плотно мясо, видите, легло в хлебе, хотел сказать. В перце. Это сыр. Сейчас он подтает. Он сейчас подтает. Меня эта подписчица написала, кстати, очень умную мысль. Надо было руками это все смешивать. Фарш. Она права. Может быть, даже было бы еще круче. Еще однороднее было бы. Ну, короче, дело к ночи. Вот так вот смазываем. Видите, да? Вы? Блять, чуть вас не потерял сейчас. Сейчас сюда поставлю. Что-то палки летят вообще, блядь, что, блядь, одна палка на, не знаю, на сколько, блядь, на 3 месяца, блядь, они вообще летят просто, блядь, как эти. Берем сырок. Посыпаем.
Девочки, чтобы у вас была микроволновка чистая всегда, используйте вот такую херню. Продается в Икее, по-моему. Короче, она везде есть. Она есть везде. Вот так вот накрывает. Посмотрите, какая она чистая. Я ее ни разу не мог. Вот сколько... Ну, только протирал, когда мне ее устанавливали, и все. Я ее не мог. Вот так накрываю. Закрываю. 2 минутки и все. А сам готовлю тем временем кофе. Сегодня еще оплата подземного паркинга, блядь. 33 тысячи вы не положи. Вы и положи, блядь. 30 лет и на 3 месяца. Ты же начнете. Что-то дорого. Просто я плачу сразу по 3 месяца. Такая договоренность была. Фольга закончилась. Я понимаю, что алкашка не моя уже история. Я выпил вчера. Ну, честно говоря, я выпил бутылочку просека вчера, да, выпил. И понял, что вообще не моя эта история. Давайте Юле позвоним. Ах, Юля, Юля, Юля. Алло. Что, спишь, что ли? Ну, как так? Время-то видела, Золушка? Ну, не сплю уже. Все пашут, да тебе спать вздумалось? А ты скажи мне, пожалуйста, вот тебе совесть вообще, да, пол одиннадцатого, не, не хуячит? Нет, а пол... что такое? Ну, пол одиннадцатого, ну, Юль, ну ты ж мать, ты ж мать. Ну, встала уже, встала же. Ну, что? Юля, я все-таки перцы вкусные приготовил. Что приготовил? Перцы фаршированные. Приезжай в гости. На камеру. Завтра хочешь приехать? Ну, вы же завтра на дачу собирались, нет? А завтра разве среда, блядь? В среду, блядь. Сегодня надо же мне на тренировку. А я сегодня пропущу тренировку, блядь. Что-то как-то... Ну, я тебя понял, я тебя услышал. Ладно, просыпайся. Что-то... Мама, ты дома? Мама, да, это тренировки. А чего вы не за городом? Мама на тренировке? Да. Ну, какая мама молодец, а? У нее бассейн, йога. Угу. Не то, что мы. Угу. Ой, блин. Что будешь делать? Так... В зал все? Да, в зал. Не знаю, потом, если Марта освободится пораньше, с Марты сено хотела приготовить. Не знаю, получится ли. Сено? Сегодня. А? Сено? Кукси. Что такое? Ну, это их там корейское блюдо. Мы вчера еще видос сняли, я вчера так и не выложила. Потому что, думаю, уже поздно, не буду выкладывать, потом выложу. Выложил только один видос. Угу. А сегодня, не знаю, заработать же, пашет как... Вошла во вкус блогерства, да? А? Вошла во вкус блогерства. Блядь, Марта? Ты? А, ну так, да, вроде более-менее. Мне иногда...
стороны, из стороны в сторону. Иногда я думаю, блядь, мне похуй это все надо. Что я, блядь, снимать буду? Что снимать? Не знаю, что снимать. Знаешь, вот это вот тоже бывает такая паника, блядь. Вот. Паниковать. Ну, давай, пока. Пока-пока. Пока. Девочки, возвращаемся к нашим баранам, точнее к перцам. В чем прикол этих перцев? Рассказываю. Именно этих. Нереально вкусный соус с этим, с чили. Просто пиздец вкусно как. И вторая фишка — это фетакса внутри, сыр. Очень вкусно. Это очень вкусно, девочки, мальчики. Это очень вкусно. И вы видели, это я приготовил моментально. По большому счету готовить-то нехер вообще. Очень вкусно. Тут прям, кто любит остренькое, типа вот тайскую еду, кто любит, вот прямо для вас. Это для вас прям. Можете поменьше чили, можете еще побольше. Очень вкусно. Еще, конечно, самому фарш крутить, но у меня нет мясорубки. Такое мне доброе утро. Просто одного перца хватает, блядь, нажраться. Я прям рекомендую. Попробуйте. У меня уже мама сказала, такое приготовит. Хэшбрауны мои же готовили вы. Понравились вам? Вот. Очень вкусно. Давайте. Ну что? Какой после вкус я? Как у тебя настроение? Лететь 10 часов. Ты что, поближе не мог направление выбрать? Если ты хочешь улететь на 4 дня, то только лететь туда-обратно уже 2 дня потеряно. Блин, ну это пиздец просто, пиздец. Ты вообще шикарный мужчина. Рыб моя, Доминикана, Занзибар, блядь. Как он? Занзибар, блядь. Занзибар. И прочее. История, которая далеко лететь, она рассматривается на Новый год, на 2 недели. Сейчас я хочу полететь на свою днюху на буквально там 4 дня, и идеально подходит Дубай, просто идеально. Вот, я 12 числа буду покупать билеты, ближе к дате, и дам тебе знать, что там по билетам, по ценам, по отелям. Вот и все, вот и все. Доброе утро. Доброе, доброе утро. Сейчас поеду. Ну, сейчас я никуда не поеду, я же пойду, блин, это... Саси гулять. Вчера у нас в ресторане, в котором мы ходим, Азия, в доме который. Вчера не работал весь день ресторан. Были съемки этого, рекламы Nestlé. Прям хочется посмотреть, когда будет готово. Так, и
Должен пойти в зал был, но так как я вчера выпил бутылочку шампанского, я не хочу в зал сегодня. Поэтому не бухайте, не бухайте, девчонки, мальчишки, не бухайте, не бухайте. Во-первых, в первую очередь страдает ваша энергия. Она из положительной переходит в отрицательную. Вот как у меня сейчас. Энергии ноль. Вот, это плохо. Поэтому не бухайте, занимайтесь спортом, фитнесом, живите долго и счастливо. Вот. Ну, бухнуть иногда можно. Иногда можно. Вот как я аккуратненько вчера бутылочку высосал. Вообще нормально. Инка. Буду держать руку на пульсе. Пупсик, все, я на работе, короче, мне некогда. Опять на работе. Инна, что случилось с Ютубом? Ты перестала зарабатывать? Ты с работы не вылезаешь. Что случилось? Такого не было никогда. Что у тебя за работа? Покажи людям, что у тебя за работа. Покажет. Она хотела вам показать. Но что-то говорит, не знаю, показать им работу. Нет. Я говорю, показывай, показывай, все показывай, все покажи им. Девочки, я не знаю, что произошло. Смотрите. Смотрите, что с ним? Желтеют нижние листики. Пожалуйста, напишите мне в комментариях, а. Я читаю ваши комментарии. Мне очень важно, что с ним, что произошло с ним. Что с ним произошло? Он такой красивый. Ну, уже такие, знаете, эти цветочки-то подувядают. Кстати, вчера разговаривал по поводу песни, по поводу записи песни. Я думаю, что скоро мы ее сделаем. Все. Теперь точно все. Я пошел Сасе гулять. Кто будет перцы готовить, напишите мне, пожалуйста, как вам понравились, нет? А, кстати, брови. Брови. Мне вчера сделал парень, бровист. Ну, он мужской бровист. Я не знаю, будет делать ли он девчонкам что-то, но у него прям в профиле мужской. Мужской бровист. Смотрите, как круто он сделал. Подождите, во-первых, надо расчесать, блядь. Ну, короче, блядь, я спал просто блядь, на лице, как обычно. Ну, идеально, просто идеально. Просто идеально. Парня зовут Илья. Может быть, кому-то надо из парней, кто меня смотрит. А заходите в Инстаграм и у меня ищите Илью. Он у меня один там бровист. Очень круто. Просто. И цвет такой он мне сделал. У меня были, блядь, 37 цветов. Не брови, а это, блядь, какая-то как собака сутулая. Это просто идеально. Сегодня доведу цвет еще на голове до ума. И все. И далее пойду за татуировкой. Все, пока. Пока. Блядь, я вообще не проснулся. Я пойду щеку налью себе. Носичка, и носичка, помпусичка, чмок тебя. Тебя.